себя чувствуешь? Хорошо, вроде как. Ну, слава Богу. Тебе надо детским кремом. Тебе там изюминка опять пишет, переживает за тебя. Надо пусть она кремом детским намажет. Мне там надо противомикробный. Опять она какие-то лекарства. Да простой детский крем возьми, купи. Да 11 копеек стоит. Ну, там уже что-нибудь есть, наверное, у нас. Детский крем, он смягчит просто. Да. Ну, он просто на ту же роль. Вероника, все, пока. И пантенол, да, подойдет. Опять пантенол, опять какие-то названия. Он в нашем классе попрошу не выражаться. Полезный. Ничего не понимаю, не знаю. Можно ложками есть. А, он зажигающий будет. Ой, не знаю, не знаю. Все, что связано с фармацевтикой, все, не надо, все. Все. Я за то, что вот природа рождается. Ну, детский крем, ладно. И вообще, вот само название, когда говорят о том, что детское, мне всегда кажется, что ну туда, наверное, не сильно много химии затолкают. Все-таки дети. Ну, все-таки дети. Ты ж у нас ребенок. Ну что, давай. То, ну, видишь, оно подсыхает, и у тебя от эмоций может трескаться и побаливать. Так, с чего начнем? Мы как программу будем выстраивать? Я думаю, твою? Наверное, давай. Советская рок-н-ролл и ритм-блюз. Хорошо. Подойдет? Подойдет. Я за ваши эти мысли. Мне нравятся ваши мысли. Не, ну тебе петь. Все, я ухожу. Иди туда, садись. Иди сюда, садись. Иди, садись, ну, послушай. А ты представь, что ты делаешь. Да, садись. А я все буду без стойки петь. Почему? Я хочу тебя, осторожно, не ударься об окно. Я хочу тебя послушать. Ты ретро-советская будешь петь со стоечкой? Как ты себя чувствуешь сама? Ну, я бы лучше со стойкой, мне кажется. Так, хорошо, значит, советская ретро, мы поем со стоечкой. Дальше. Дальше идет рок-н-ролл у тебя. Тинторелло у тебя или? Я бы хотела со стойкой, но кажется лучше с микрофоном. Так, не поняла здесь. Потому что импровизация. Если я бы хотела, значит ну, так и хотим. Неудобно будет, потому что импровизация там такая живая, как я буду стоять. Мне кажется, ну хорошо, ты можешь снять микрофон. Там нет возможности. Ну вот я не знаю, как там будет с микрофоном. Тот раз не сняла. Так, хорошо, ну, пой, значит, давай так, советская ретро, ты поешь со стоечкой, а все остальное ты снимаешь микрофон. Хорошо, все работает. Подряд все три. Я не останавливаюсь. Забыла весна, шорохи листьев, рассветы и ливни. В небе ночном плывет луна над молчанием улиц длинных. На земле большой в этот час все для тех, кто ждет. И опять на столбах провода не спать. На земле большой в этот час все для тех, кто ждет, все для нас. Самолеты летят, корабли плывут, в те края, где любимые. Только ты принесешь пение птиц и цветущие вишни. Вновь босиком весенний дождь будет бегать по теплым крышам. На земле большой в этот час все для тех, кто ждет. Thank you.
Ты что, не попала? Нет, ты мы попала. Мы договаривались не замедлять. Ты не там, помню. Вы, да, разошлись с фирмаркой там. Ну тут Александр Валерьевич уже... Ну, я потом поймал. Да, вы поймали, конечно, вы поймали. Я просто не ожидал, что так будет. Ну да. Потому что мы тогда говорили, что... Я просто хочу тебе напомнить, Ян, когда мы работали над модуляцией, мы там ставили фирматку, чтобы ты встала на этот тон. То есть мы отрабатывали... Потому что я не давал водного аккорда. Мы отрабатывали попадание. Сейчас-то я водный аккорд даю. А сейчас Александр Валерьевич дает, поэтому нет смысла так задержки такой большой, да? Ну, давайте да, хвостик. Я слышал. Ну, давайте хвостик просто допоем предыдущей тональности. И чтобы вот ты... Последний. Да. Угу, последний. На земле большой в этот час все для тех, кто ждет, все для нас. С почтальоном спешить опять, опять. На столбах провода. Вообще, умничка, мне не слышна буква «Г», где любимых. Те края, где любим. Угу. У меня только деда. Нет, у тебя «К», кажется. Где? К. Где? Ну, она действительно, где любим. Может быть, это связано еще с тем, что ты не домогаешь. Ты раньше так не пела. Те края, где любимых. Ты сейчас понимаешь, у тебя есть такая тенденция, тебе, я боюсь даже тебе замечания делать, потому что ты потом начинаешь присаживаться вот на это, на все. Ты же такая вся правильная, тебе сказали, ей нужно сделать, и поэтому ты можешь эту «Г» теперь вывалить. Ты когда... Во-первых, я тебе запрещаю много сейчас сильно пить. Не надо много пить. Не надо. Ты еще слышно, да? Ты в материале, ты еще чуть-чуть не домогаешь, это слышно. Но все равно звучишь. Звучишь? Нет, ты звучишь, ты умничка, ты молодец. Все, работаем рок-н-ролл и ритм. Все, давай. Можно я слова достану? Ну, дорогая, у тебя через неделю экзамен. Там всего две строчки. То есть ты тентарелла выучила второй куплет? Ну, там не куплет, там две строчки только меняются. Ну хорошо, ты ими и над ними работала. Хорошо. Хорошо. Все. Ты можешь убрать стульчик оттуда и встать туда. Ровно через неделю, да? Ровно через неделю, ровно через неделю. Во вторник. А, нет, это не пойдет. Так. Подожди, да подожди, мы его сейчас поднимем. Уже поднимаем. Тебе хватит такой высоты? Да. Или надо еще поднять? Мне хватит. Я этого не знаю тут. Хорошо, хорошо. Хватит, все, давай. Обронзати тут кіяце, delle rosse babanazze, son le ragazze che prendono in sfondo. Было все хорошо, а почему-то с... Смачена уна? Да. Хорошо. Смачена уна, не бренде на луна, луна, туда же держи. Заново? Дальше поем. Вторую часть. Раз, два, три. Тинтерелла ди луна, тинтерелла колона. Ce n'è luna piena, tu devi ti candidare.
somete, tintarella di luna. Но там ведь не просто так, понимаешь, девочки загорают, девушка загорает при луне. При луне? Да, она загорает при луне. Перевод-то какой-то. Луна. Я не помню, это слово. Вот, понимаешь, это очень важно. Она, не тереби себя, не тереби, пожалей себя. Она хвастается, что мне, а мне нравится, что, или что, здесь нужно суть улавливать текста. Пожалуйста, доработай с переводом и с эмоциональным рядом. Там просто рассказывается о девушке, которая загорает при луне, и все. Ну, что? И есть девушки, которые загорают при солнце, вот такая вот при луне. Ну, значит, смотри, есть девушки вот такие, которые загорают при солнце, а есть такая, которая загорает здесь. Должны совсем быть другие эмоции. Я же тебе говорила на каком-то уроке, что с точки зрения вообще... Психиатры сказали бы, что она ненормальная. Нельзя загорать при луне. Это аномально. Поэтому, ну, как-то все равно нужно разграничить эмоциональный ряд, все равно добавить. И вот это место, давайте его еще разочек, чтобы мы не возвращались уже к нему. Понимаешь, да? А какое место? Нет, высокое. Что там ты задерживаешь? У тебя там перебор идет. Все-таки. Временной перебор. Что у нас там? Давайте все завалить. Конец импровизации. Конец импровизации. А там было потом тынь-тынь-тынь. А, там идет тын-тын-тын. Ну хорошо, перед этим местом что-то. Ну давайте тын-тын-тын. Хорошо, давай с тын-тын-тын. А перевод тын-тын-тын есть? Не или это просто типа тын-тын-тын? Я не помню. Типа как у нас ля-ля-ля. Да не, наверное, есть перевод. Ну, пожалуйста, про тын-тын-тын тоже уточни. Поехали, поехали. Тын-тын-тын, рачи дылуя, тын-тын-тын, бача на те. Под луной, она не только загорает, она еще и плавает. Поехали. Тин-тин-тин, рачи луна, тин-тин-тин, рача на тямо. Какой тебе нравится вариант? Поехали еще. Ай, зараз суна, отсюда поем. Два, три. Ай, доне суна, канди да сомете, тинтарелла ди луна. Мы там, по-моему, кто-то писал, что не
сома та кома. Та кома, да. Кома, кома, що там все? Комете. А вот просто я послушала матрос, она поет сомете. Сомете? Да, ну она же не, не это, я... Нет, ну а хорошо. Но Мондрус, она советская певица. Надо смотреть-то оригинал все-таки. Я просто в оригинале помню. Замерзь, сыграй ты мне это, что-то я тоже не пойму. Айдесуна, и падаем тарель огон, сентарель аделюна. Все, ты передерживаешь. Почти не фермата. Да там ее вообще нет. А мы в тот раз делали прям такую фермату. Нет. Фермату. Ну, она... У нас и там так, я не знаю. Ну, ладно, но тогда нужно ее, делать. Влиятельная. Она сейчас не туда, не сюда. Она и. Титанелла де Луна. Тогда вот так надо делать. А-а-а. Она должна быть тогда. Сама речь тогда сработает. За тобой. Еще разочек. Ай, да она сюда, сюда поем. Какую недодержанную или перейти? Передержанную сделай сейчас. Раз, два. Mondo nessuna è candida come te, tintarella di luna, tintarella come la te. Спасибо. И еще знаешь что? Перед этим ты бросаешь ноту. Очень бросаешь. Конкретно бросаешь. Она nessuna è candida di luna. То есть вот здесь, ты понимаешь, какое должно быть? А ты ее... Та-ли-та-ли-та-ли-та. Ты ее... Она у тебя просто брошенная там. Ты уже думаешь про верхнюю ноту. Вот чуть-чуть, но дотяни ее. Еще разочек отсюда. Отсюда еще раз. Mondo nessuna è candida come te. Tintarella di luna. Tintarella come te. Хорошо, ты можешь еще. Посидеть. Все равно, мне кажется, сейчас, если для фермата, Александр, поправьте меня, если я говорила. Если все-таки ставишь фермату, то чуточку ты ее не додерживаешь, фермату. Боюсь я ее. Но ты просто до конца сама не чувствуешь. Ну да. Так, давайте так, давайте сейчас решим. Ты фермату хочешь сделать? Или ровно поет? Да или нет? Мы должны определиться здесь сейчас, через неделю. Да. Коротенькую это как? Ну как вначале мы все сделали. Нет, то есть без ферма? Ну да. Хорошо, пой без ферма. Сразу в темпе. Оттуда же. Александр Валерьевич должен знать, тут для него вот эти ваши неожиданности, он вдруг бабах, ты на Веронике, тебя. Что-то я не ожидал. Поем. Mondo nessuna è candida come te. Tintarella di luna. Значит, оставляем, Александр Ильич, без фильма. И ты, пожалуйста, тоже. Но если вдруг Остапа куда-то понесет, ну, вы сами понимаете. Естественно, уже будете ловить. Но у нас Остапа иногда несет. Поем ритм и блюз. И я отпускаю всех. Let me tell you about a boy I know. He's my baby and he lives next door. Ты уже замедлила? Да. Конечно. Идет, то, что дал Александр Ильич. Если исправляешься, давай сразу определяться. Двоймей или не брать? Ну, давайте попробую сначала в том ритме, который ты успевай, мой хороший. Успевай. Я могу еще понять, ты подзабыла. Ты месяц не работала. У нас месяц уроков не было. Месяц? Месяц. Ужас. Какой ужас. Собака не стерильная. Вообще. Да вообще. Поем. А вот тебе дали. Let me tell you about a boy I know. He's my baby and he lives next door. Every month before the sun goes up, he brings my coffee, my favorite cup.
Don't be so. That's what I know. Yes, I know. Hallelujah, I just love him so. Now if I come on the telephone and tell him that I'm alone, by the time I come to 1, 2, 4, I hear him on my door. In the evening when the sun goes down, memories nobody feels around. Kisses me and he holds me tight. He tells me, baby, everything's alright. Cause I know, yes, I know. Hallelujah, I just love him so. Начнете. Я могу и быстрее чуть-чуть начать. Но вы можете, чуть-чуть быстрее начать, но немножечко, понимаешь? Не все равно я буду под вокал подстраиваться. Конечно. Очень хорошие твои хихи теперь. Хорошие хихи, они не брошенные. Очень хорошо. А эмоционально опять вот эти хочется твои вторые части, вот эти, они, чтобы они были более интересные. Игры больше нужно. Больше. Ну а так молодец. Молодец. Все, больше не пою. Все нормально. Отдыхаем. Отдыхаем до экзамена. Встречаемся уже непосредственно в день экзамена. Да, у нас больше не будет. У нас нет больше уроков. А тебе нужен урок? Да, вроде все объяснила. Я думаю, что ничего не нужно. Ничего не нужно. Я только об одном тебя прошу. Не насиловать голос. Не насиловать его. Не нужно это. Если петь, то только в головном регистре. Головной регистр никогда не навредит. Субтон? Нет, не субтон. Головной регистр. Вот он, головной регистр, он опорный, но он никогда не навредит тебе. Вот и напевай. Таким глубоким, дурацким, вот таким вот головным регистром. А субтон... А вот это ты себе все. Посадишь себе голос сразу же. Если ты будешь субтонить, при дыхании петь, нельзя этого делать. Поняла? Все. Всем спасибо. Урок окончен. Всем благ. До встречи на экзамене. Я надеюсь, что ты будешь у нас с вами красивая. А то я забыла. Но в туфельках сегодня. Это экзамен? Но мне нравится, когда петь стало вообще офигенно. Это деньги? Как ты думаешь, что это? Письма или деньги? Письма. Какие-то счета. Я тебе даю эту фотографию. Больше на письма похоже. Я тебе даю фотографию. Ты на досуге, у тебя сейчас время есть свободно. Напиши, ты же ведь сочиняешь стихи. Ага. Прекрасно пишешь, у тебя творческое воображение очень развито. Это не просто картина. Это картина, которая написана молодым художником, который работает психологом и психиатром. То, что ему рассказывают пациенты, он потом изображает, воплощает вот в картинах. То есть это на самом деле реальная история человека, конкретного человека. Но здесь, как ты видишь, несколько людей. Ну, как ты думаешь, чья это история и что это за история? На, это тебе работу надо. Это до сентября, на каникулы. Очень сложно. Очень сложно, это сюрреализм.
у вас на третьем курсе будет актерское мастерство, и мы будем с вами работать с картинами, будем знакомиться с этим жанром, с сюрреализмом, и вы будете не просто рассказы писать, вы еще будете этюды играть. Тут можно очень произвольно все затрактовать. Ты сразу не надо так быстро думать, что так я быстренько сейчас раз-раз-раз и все. Нет, моя дорогая, подумай. В картине вот ничего, в сюрреалистических произведениях, вот таких полотнах, нет ничего лишнего, абсолютно ничего нет лишнего. Каждая деталь имеет большое значение, каждая. Вот у тебя. Это что же человек? Да. Это все. Ой, там много людей. Так вот именно, нужно сначала все рассмотреть. Так. Убирай все в стол. Видишь, какое дерево? И почему такой ствол? Потому что. Почему? Да тут, тут много рассуждений. Все, я тебе желаю творческих успехов. До встречи на экзамене.